Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу про максимальную сумму военной ипотеки. Какой-то точной цифры максимальной суммы военной ипотеки нет. Во-первых, максимальная сумма будет изменяться из года в год и зависит эта сумма от многих факторов, от положения рынка недвижимости до индексации. То есть очень много факторов, влияющих на эту максимальную сумму. Если с минимальной суммой все понятно, как правило, это 300 тысяч рублей, практически все банки придерживаются этой цифры, то с максимальной суммой всегда все неоднозначно. И меняется она не только из года в год, но также зависит она и от того банка, в который вы собираетесь обращаться. Но, как правило, эта сумма варьируется от 2 миллионов до 3,5 миллионов рублей. Например, самая большая максимальная сумма в России – это у банка «Зенит». Банк «Зенит» предлагает максимальную сумму по военной ипотеке – это 3 миллиона 570 тысяч рублей. Больше суммы, по крайней мере, на 2021 год вы нигде не найдете. В 2020, например, максимальная сумма по военной ипотеке была всего лишь 2 миллиона 400 тысяч рублей. То есть, как видите, разница очень и очень большая. Ну, например, если взять Сбербанк, то здесь сумма, максимальная сумма по военной ипотеке составляет 2 миллиона 780 тысяч рублей. Ну и также разные банки представляют разные максимальные суммы, причем, конечно же, практически все крупные банки выдают военную ипотеку. Также, конечно же, предоставляют разные банки не только разные максимальные суммы, но также, конечно же, и разные проценты. Так что перед тем, как обращаться в тот или иной банк, нужно будет заранее уточнять, под какие проценты можно взять военную ипотеку, какой нужно будет внести первоначальный взнос, который, конечно же, тоже изменяется, но и выбрать максимальную сумму взятия ипотеки. Потому что, как мы знаем, можно будет взять и оформить разную недвижимость, можно будет оформить и взять в ипотеку как квартиру в новостройке, так и квартиру на вторичном рынке, так и дом и плюс землю на построение недвижимости. Так что, конечно же, уточняйте у банка, и также сумма эта может меняться в зависимости от того года, в который вы будете обращаться за военной ипотекой. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала «Банковский». Если оно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!